Майк Берг. Стать подобным Богу, Бог внутри нас, страница 38. Мы обладаем той же природой и, следовательно, тем же потенциалом, что и Бог. Нам суждено стать подобным Богу, поэтому беспристрастно, спрашивайте себя. Уже подобным Богу проявляю ли я божественные качества? Могу ли я исцелять больных и благословлять? Могу ли я воскрешать мертвых? Мое мерило бесконечность. Я не сравниваю себя с собой, я сравниваю себя с Богом. Вы ваш божественный потенциал, вы желание получать только для себя. Вот наш истинный потенциал, кем бы мы ни были, какими бы ни были препятствия, реальные или воображаемые. Моисей был человеком физически слабым, да и к тому же шепелявил величие. Увидел не только великих, просто великие смогли подняться навстречу своему предназначению. А предназначение любого из нас неизмеримо выше, чем мы даже можем себе представить. Нереализованные или упущенные моменты, возможности — это зашкаливающие рейтинги телевизионных программ. Это игра на компьютере, когда вы созданы для того, чтобы сочинять сонаты. Если вы занимаетесь не тем, что вам было предназначено, а каждому из нас предназначено нечто потрясающее, то вы никогда не будете счастливы. Вы в свое время становится преуспевающим бизнесменом. Представьте, что доктор Джонас Солк почетным гражданином, прекрасным отцом, но и близко не подходит к лаборатории. То, что на первый взгляд могло бы показаться прекрасной жизнью, обернулось бы трагедией, но и он бы не спас мир от боли и страданий. Автор многих книг и наставник тысячи учеников однажды рассказывал свою историю. Когда мне было 11 лет, 11, я был потерян для школы. Я не слушал учителей и прогуливал уроки при любой возможности. Однажды вечером я услышал, как мои родители разговаривали обо мне. Мама плакала, что нам делать с сыном? Говорила она отцу, он совершенно не интересуется учебой.
нечто странное. Я почувствовала ее боль так же, как так же остро, как если бы она была моей. Я ворвался в комнату и попросил у нее прощения. Я обещал, что с этого дня буду послушным и прилежным учеником. Я дал это обещание, потому что мне не мне нравилось учиться, что мне нравилось учиться, а потому что любил маму.